Доброе утро, друзья. Представляете, вышла с работы в тапках. В рабочих. Сейчас так, а мне нужно. Я бы полбеды, если бы, как говорится, мне домой надо. Нифига страшного. Мне же не домой сейчас надо. Мне надо заехать кое-куда сейчас. Ой. Маруся. Иду, думаю, что-то как-то свободно мне. Свободно, конечно, свободно. Я же в тапках в рабочих иду. А еще в голове 150 мыслей. Ой, ну ладно. Все, приобулась. Теперь можно обратно идти. Мама, Чарли опять. Ходишь туда-сюда, туда-сюда. Сегодня еще такая работа была. Много работы было, скажем так. Что-то продают. Клубник, наверное, опять. Что он там ревет? Родственница вышла. 3 евро. Клубника стоит. 5 евро 2. Пойду куплю. В итоге купила 2 за 5. Ой, блин, знаете что? Куплю сахар, варенье варить буду. Прям такие большие, хорошие эти ящики. Я говорю, мне много 2. Она такая, даже не знаю, как это перевести. Она говорит, ну ты постагуантас, типа, переживешь, типа того. Блин, вот только ехать за ней. Сделала кое-какие важные дела. Думала, задержусь намного больше. Но буквально за 5 минут управилась. Чарли меня ждет в машине. Я ему там окна открыла, в теньке поставила. Поэтому сейчас бегу быстрее к нему. Еще работы сегодня много было. Как-то странно все. Вообще день странный, очень, если честно. Так, где пойти-то? Короче, ну ладно. Теперь можно расслабиться. Сейчас пойду домой поем. Расслаблюсь. И все. А когда, вот знаете, с утра начинаешь день так вот быстро, энергетично, и потом тело куда-то бежит куда-то. И не может расслабиться. Лайфхак такой. Чтобы не искать парковку, потому что туда, куда я хотела, там парковки сроду не бывает. Я бы потратила, наверное, целый час в поисках парковки. А я вон в Алде поставила машину в теньке. И все. Там, правда, нужно тикет брать. Такой вот. Ну, я гляжу, ворота открыты. То есть на въезд тикет брать, а на выезд открыты ворота. Поэтому... Ну, иначе зашла бы в Алде и что-нибудь купила. Но мне вроде ничего не надо. Поэтому как-то... Я уже клубники, блин, купила. 5 кг. А я вспомнила, что я в последний раз купила сахара 2 кг. Поэтому мне пока хватит. Сейчас наварю, ну, хотя бы 1 кг клубничного варенья. И будет мне счастье. Меня не было, наверное, 10 минут от силы. Может, и меньше. Все время вот с этим Чарли. Летом, конечно, мне пришлось бы его домой везти. А сейчас у нас на улице хорошо, ветерок, окна открыты. Он кайфует сзади. Вот, видите, смотрите. Кайфую. Он. Сегодня я с тобой кайфую. Че, поехали домой? Клубники, смотрите, сколько. Ой, пахнет как деревенская, блин. Она, смотрите, не крупная. В общем, самая мелкая клубника, она вкуснее. Слазить будешь или ты там будешь загорать? Чарли? Баха? Ну, кере? Бесит, ну, ми вадар беситу? Чему? Счастье, конечно, зада. Поехали домой. На обед сделала из рисовой
бумаги, вот такой вот рулетики. Там рис и кабачка. Ой, икровая кабачка, кабачка, ну, икровая кабачка, правильно. Вот, кстати, очень вкусная, надо еще сварить. И с соевым соусом. Всем приятного аппетита. И горы клубники. Кстати, вот это вот самая вкусная клубника, морщенная. Будем варить варенье, друзья. Как вам? Какой у нас месяц? Март, апрель. Будем уже варить клубничное варенье. Как вам такой план? Вот так сейчас буду перерабатывать клубнику. А вы думали, как все там за столом, все дела, да? Да нифига, вот сейчас сериал смотреть и перерабатывать клубнику. Ой, там-то как огромная, наверное, вот эта вкусненькая. Ой, гляньте, какая. Ой, блин, пахнет как. Смотрите, спелая. Я, знаете, не люблю клубнику, вот, которая вот так вот, даже такой, ну, вот, типа зеленый вот такой. Я люблю вот, чтобы, вот видите, тоже вот с такими вот. Я люблю, чтобы спелая была. Сейчас выберу себе. Надо еще тарелочку принести. Я тут вся в клубнике. Уже сделала в Инстаграм пост, что я варенье буду варить. Пипец, смотри, Марти. Помните, кстати, я эти-то собирала, баночки-то всякие, а? Пригодились. Варенье буду варить 5-минутку. Но это вот когда доводишь до кипения, варишь 5 минут, выключаешь. И так 3 раза. Я всегда так варю варенье, потому что получается, и крупно нарезаю. Потому что оно получается такое, знаете, как вот прям ягоды настоящие, живые. Мне так, кстати, подруга научила варить. И банки стоят, я их простерилизую в пароварке. Стоят эти банки годами. Мне кажется, еще есть одна какая-нибудь банка. Вот, так что вот так вот. Вот в эту тарелочку я буду. Вот так вот, а как вы хотели все? Мне кажется, вот эта вот показуха за столом, там все дела, все это показуха. Вот за столом сяду сейчас и аккуратненько переработаю, потом пойду помою, засыплю сахаром, взвешу, и все будет в ажуре. Там Чарли спит. Ну да, а что? Отдыхает моя ребятушка. Мам, тебе целовать хочет. Ну ты куда ушел-то? Мама целовать хочет. Иди целовать буду. Не хочет. Не хочет целоваться. Ладно. Поехала я. Кило 100. Короче, 2, ну не знаю, кило 100 клубники, килограмм сахара. Вот так у меня, как это назвать-то, стерилизуются банки. Сейчас минут 40 постоят. А вот эту вот клубничку я сейчас поем. Вот, короче, из коробки получилось кило 100 и вот это вот. За 2,50. Ну, я думаю, что нормально. Как вы считаете? Дешево? Или не очень все-таки? Мне кажется, нормально. Дешевле уже, ну, не знаю, будет или не будет, но... Вы не мандыхнетесь там у меня? Надеюсь, нет. Ой, смотрите, какую выбрала. Такую маленькую клубничку. И будет у меня варенье лет на 5. Я помню, последний раз делала давным-давно. Земляника. Прям земляника. Вкуснятина. Ладно, это пусть стерилизуется. Так. Я пойду сериальчик посмотрю. Как же пахнут эти апельсины. Просто идешь мимо и прям кайфуешь. Причем, знаете, они цветут буквально все лето. Потому что вот они цветут, потом фрукты на них. И даже в то же время, как фрукты, они потом опять начинают зацветать. Но это специально, наверное, такие декоративные апельсины. Ну, наверное, все уже знают, что их невозможно есть. Потому что они горькие, во-первых, прям вот дикие. Ну, это специально выведенные, наверное, для красоты. Хотя на вид такие они прям вкусные выглядят. Но, скажу вам честно, я их пробовала. Ой, наверное, об это кто приезжает в Испанию, все их пробовали. Ну, просто ради интереса. Но запах нереальный. Так что мы вышли гулять с Чарли. Пойду сегодня по полям, потому что хочу, во-первых, в аптеку зайти, а во-вторых, за семечками в русский магазин сходить. У меня как раз по пути. Так что
идем. Ветер сегодня поднялся. Так вот тепло, жарко, но ветер подует и вроде как свежо. А вот прям четверг, пятница передают такой Дубео Холодео. Арктический циклон на нас надвигается. А у нас в пятницу День Отца и Сан-Хосе. Вот, меня муж зовут Хосе, ну, Пепе. Как это сказать, не знаю. Ну, это типа Женя Евгений. Вот. И как бы праздник в некоторых регионах